Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра. Леонид Агутин и Анжелика Варум вместе уже 20 лет. Их пара – одна из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Однако даже в этой семье чуть не произошел развод. Певец мог потерять жену после одной из вечеринок. Это случилось в 2011 году, когда артист с друзьями отмечал закрытие фестиваля «Новая волна». Супруга в это время уже спала. Через несколько дней в сети появилось фото, на котором Агутин обнимал и целовал другую. Исполнитель утверждал тогда, что не помнит происходящего, и предполагал, что его могли споить и спровоцировать. Он тогда заявил, что не стал бы делать ничего подобного на глазах у публики и журналистов, если бы не находился в полной отключке. «Смотрю на это безобразие и не верю собственным глазам. Всей этой сцены я не помню абсолютно», — рассказывал он после корреспондентам 7 дней. Анжелика Варум после случившегося высказалась мужу все, что думала, собрала вещи и уехала к маме. Позже певица не брала трубку и игнорировала супруга на мероприятиях, однако через несколько дней они помирились. Тот несчастный случай, так описывал Леонид Агутин ситуацию, стал для пары не последним. В 2018 году снова заговорили о том, что певец может изменять супруге, однако никаких подтверждений не появилось. До этого он сам заговорил о разводе. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно поставьте колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать свежие новости каждый день. Спасибо за просмотр.